Рубрика «Компьютерные игры». Все ближе и ближе тот день, когда к нам придут герои «Меча и магии 3». До моего уха дошли слухи, что в нашем городе игра появится в феврале. Другой, не менее осведомленный источник утверждает, что в Москве всю игрушку уже рубится от мала до велика, то есть все. Так что окончательный срок появления игры пока под вопросом. Одно можно сказать точно, любители помахать мечом и поколдовать не разочаруются. Как известно, из фирмы ID Software ушел создатель всех Думов и первого Quake, дизайнер Джон Ромеро. Его нынешняя контора называется Iron Storm, и мы уже рассказали об одном из его продуктов – стратегии Dominion. Теперь мистер Ромеро спешит порадовать мир своим новым детищем в области 3D-шутеров, и называется это детище Дайкатана. Дайкатана – это самурайский меч, способный проносить своего владельца сквозь века. В этот сюжет гармонично вписывается множество уровней, монстров и оружия. Очевидцы говорят, что Дайкатана может запросто отбить пальму первенства у Unreal. Поживем, увидим. Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, называется Take No Prisoners, что можно перевести как «Пленных не брать». Когда-то я уже хотел рассказать об этой игре, но тогда, ввиду чисто технических проблем, сие оказалось невозможным. Сейчас, когда в моих руках оказался диск с нормальной версией, я восполняю этот пробел. В ходе заставки игры вам становится ясно, что вы выступаете от имени некого героя-одиночки. После очередного катаклизма, которыми, видимо, будет изобиловать наше будущее, мегаполис Сан-Антонио превратится в радиоактивную дыру с населением в 13 тысяч человек. Однако именно в этом месте и живет наш герой. Судя по заставке, любимым делом героя является охота. Причем охотиться он предпочитает, не покидая пределов родного города. Так вот, незатейливо постреливая направо и налево, коротал свои дни наш Супермен. Но однажды появились люди в форме и, убедительно покачивая крупнокалиберными автоматами, сделали предложение, от которого было трудно отказаться. Некий очень хорошо одетый господин попросил его отправиться в центр некоего купола, образовавшегося в центре города, и добыть какие-то очень необходимые данные для того, чтобы они смогли установить еще один купол и так далее и тому подобное. Видимо, наш герой был единственным нормальным человеком, хорошо знающим эти неспокойные места, поэтому предложить ему подобное сам Бог велел. Как вы уже успели заметить, Take No Prisoners — это 100% шутер с видом сверху. Казалось бы, глупо говорить о такой игре сейчас, когда по планете уверенными шагами идет второй Quake и в воздухе носится призрак Unreal. Но когда богам надоедают манны небесные, они спускаются на землю, чтобы поесть черного хлеба. Во-первых, игра хороша тем, что в ней совершенно не нужно думать. То есть абсолютно. Думать не нужно и думать некогда. Потому что как только вы начнете размышлять о смысле бытия, вас тут же шлепнут и мокрого места от вас не останется. Поэтому жмите на курок непрерывно. Общую атмосферу игры можно назвать «кошмар пацифиста», ибо враги не просто гибнут, они эффектно разлетаются на кровавые куски. Более взрослые игроки, вероятно, вспомнят игру ID Software Dangerous Dave, где враги вели себя подобным образом. Самих же врагов очень много. Их много, но их меньше, чем боеприпасов в вашем рюкзаке. А боеприпасы — это отдельная тема. Видов оружия тоже много. Конкретное число называть не буду, но разнообразие есть. Причем некоторые враги убиваются только из определенного вида. Например, вам попадутся такие крысообразные товарищи, вооруженные арбалетами. Так вот, такого волосатого друга предпочтительнее замочить именно из арбалета. Кроме основного оружия, есть различные гранаты. Не мне вам говорить, как действуют гранаты на врага. Обычно после взрыва он разбегается в расцепную, даже если враг был один. В игре несколько видеорежимов. Кроме того, если вас раздражает постоянно вертящийся вокруг мир, можно заставить крутиться только вашего героя, что очень полезно. Только ради бога не стреляйте во все подряд. Например, в начале игры вам необходимо выбраться на вертолетную площадку. Для этого получите на нее доступ на одном из компьютеров, расположенных на нижних этажах. Не пытайтесь убивать охранников. Если вы их не тронете, они ничего вам не сделают. Более того, многие из них терпят несколько выстрелов в упор. Однако не увлекайтесь сильно, охранники тоже люди, и откровенная атака из огнестрельного оружия их несколько нервирует. В целом же игра Take No Prisoners — это очень классная расслабуха. Главное — не брать пленных, да у вас и не получится. Thank you.
Другая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей рубрике, называется Incubation, что можно перевести как инкубация. Не знаю почему, но в детстве, когда отец учил меня играть в шахматы, я поймал себя на мысли, что было бы здорово, если вдруг одна из моих пешек незаметно прокралась мимо вражеских позиций и треснула бы их короля по голове. Я много раз представлял, какая бы великолепная могла бы начаться свалка, если бы вдруг шахматные фигурки ожили и начали муточить друг друга, и чтобы пыль стояла столбом. Тогда я еще не знал, что все это называется стратегия в реальном времени. А обыкновенные шахматы — это тоже разновидность стратегии, только стратегия — это пошаговая. Ярким представителем такого жанра можно назвать серию игр фирмы MicroProse XCOM. Однако после выхода третьей части этой увлекательной игры я несколько охладел к пошаговым стратегиям, поскольку ничего более-менее сносного, кроме разве что героев меча и магии, я не встречал. И потому мне особенно приятно отметить, что в жанре пошаговых стратегий еще открыто далеко не все. Действие игры Incubation уносит нас в далекое будущее, унесемся туда поплотнее. Итак, в далеком будущем все плохо. Честно говоря, я не совсем в курсе, что там именно случилось, но, судя по всему, ситуация вполне стандартная. На одну из космических баз людей напали так называемые пришельцы, то есть скайгеры. Скайгеры — это такие зеленые твари, которые здорово дерутся, владеют всеми видами огнестрельного оружия, а кроме того, проявляют крайнее недружелюбие по отношению к существам отряда Homo sapiens, то есть к нам с вами. А стало быть, время браться за оружие бравым парням из элитных подразделений каких-то там космических вооруженных сил. Итак, игра «Инкубация» — тактическая трехмерная стратегия. Откровенно говоря, я просто заставил себя посмотреть, что это такое. Как-то так получилось, что восторженные рецензии и положительные отзывы относительно этой игры обошли меня стороной. Но вспомнив, что где-то что-то такое когда-то было, я все же решил краем глаза глянуть, что же это такое. В результате я сходу прошел 4 миссии, сейчас нахожусь где-то на 8-й, и интереснее, поверьте, не убывает. Чтобы описать игру, достаточно сказать, что по принципу она очень напоминает все тот же XCOM. Команда бойцов, каждый делает какие-то ходы. Затем очередь противника. В ходе схватки каждый боец приобретает определенный опыт и постепенно становится профессиональным охотником на пришельцев. Как и в XCOM, за свой ход боец может сделать определенное количество действий. Со временем число возможных действий растет. Казалось бы, все. Однако на этом все только начинается. Во-первых, графика. В игре использован принцип плавающей камеры. Выглядит это просто здорово. Ощущения такие, как будто вы смотрите одну из серий фильма «Чужие». Несмотря на выраженную пошаговость игры, скучать вам не придется. Более-менее легко пройти только первую миссию. Однако не всегда задачей миссии является полное уничтожение всех врагов. Главное — внимательно читать задание перед миссией. Иногда достаточно добраться до определенной точки, и задание будет выполнено. Сами бойцы двигаются очень реально. Более того, если кто-либо из них открывает огонь и очень красиво разносит вдребезги пришельца, это демонстрируется с весьма эффектной позицией. Должен сказать, что сами пришельцы тоже не промах. Например, среди них встречаются абсолютно непробиваемые индивидуумы, уничтожить которые можно лишь выстрелом в спину. Поступок, конечно, весьма неблаговидный, но выхода нет. С появлением таких монстров миссия превращается в настоящую охоту. Кроме всего прочего, в игре есть полезная опция запоминания позиций. Если что-то пошло наперекосяк, то можно восстановить выгодную вам позицию и переиграть ходы. К сожалению, в игре есть свои недостатки. Например, боеприпасы имеют особенность быстро заканчиваться, однако функции перезарядки оружия почему-то нет. Есть лишь возможность увеличить размеры боекомплекта в промежутке между миссиями или найти ящик с патронами. Кроме того, автоматы, которыми владеют десантники, имеют обыкновение периодически перегреваться и выходить из строя, а иногда и вовсе могут угробить своего владельца, просто взорвавшись у него в руках. Если в будущем у защитников человечества и в самом деле будут такие средства ведения боя, то человечество долго не проживет. Также непонятно, почему нет такого широко распространенного приема, как возможность спрятаться за открытую дверь. Например, выманили вы монстра из комнаты и встали за дверь. А он этак неторопливо протягивает лапу и прямо сквозь дверь хватает вас. Странно, знаете ли. Кроме того, в игре есть миссии, успех в которых зависит от правильного расположения различных движущихся подмостков и площадок, на которых расположены ваши бойцы, а также враги. И именно от успешного положения рычагов, от которых зависит положение этих подмостков, и зависит, то убьют вас или нет. В результате миссия превращается из тактического сражения в откровенный ребус, что тоже довольно-таки странно. Однако в целом игра Incubation сделана хорошо. И я не побоюсь сказать, что именно так должна была выглядеть третья часть знаменитого XCOM'а. Кстати, небольшое лирическое отступление в область экономики и научных исследований игре бы нисколько не повредили.